Здравствуйте. В Пермском крае подорожал бензин. Это следует из данных, которые опубликовал Пермстат. Согласно информации ведомства, цены на топливо в июне выросли в среднем на 0,1%. Цена бензина АИ-92 выросла за месяц на 0,2%. 76-й бензин подорожал еще больше на 0,4%. 95-й бензин и дизельное топливо в цене не изменились. При этом в Пермстате отметили снижение цен на газовое моторное топливо. В июне оно подешевело на 3,7%, а с начала года на 17%. Сейчас цена на газовое моторное топливо зафиксировалось на уровне 14,5 рублей за литр. Вслед за тарифами ЖКХ, которые были повышены с 1 июля, в России выросла инфляция. За первую неделю июля потребительские цены выросли на 0,4%. Стоит отметить, что предыдущие три недели рост цен был на уровне 0,1% в неделю. По мнению специалистов, ускорение роста цен на товары в начале июля связано с индексацией тарифов на услуги ЖКХ. Напомню, тарифы на коммунальные услуги в июле 2016 года увеличились в среднем на 4%. Регулярные рейсы в Турцию может начать в перспективе авиакомпания «Победа». Она входит в группу «Аэрофлота». Правда, полеты начнутся после 2017 года. Для начала ежедневных рейсов необходимо внести изменения в межправительственное соглашение между Турцией и Россией, сообщает ТАСС. На турецкой территории «Победа» хотела бы использовать международный аэропорт «Газипаша» в Алании. Впрочем, турецкая сторона в обмен на это может попросить у России право на полеты в один из российских городов-миллионников. В настоящее время в России их 15. Кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Казани, это еще Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж и Волгоград. Между тем, турецкие авиалинии уже летают из ряда крупных российских городов. Компания-олигарха Рыболовлева, бывшего владельца Уралкалия, будет добывать алмазы в Прикамье. Аукцион на разработку участка ценных ископаемых в Александровском районе выиграла компания, которая входит в структуры пермского олигарха. Итоги аукциона на разработку участка рассыпных алмазов подвели в Пермнедрах. Победителем стала ЗАО «Пермгеологодобыча». Как сообщает РБК, запасы алмазов на данном участке составляют для разных категорий от 21 до 204 тысяч карат алмазов. Курс доллара по данным Центробанка на 8 июля составляет 64 рубля 5 копеек, курс евро 70 рублей 94 копейки. На этом у меня все. Удачи в делах.